90 лет на страже пожарной безопасности. 18 июля в России отмечается День работника Государственного пожарного надзора. Именно в этот день, в 1927 году, было подписано положение о создании структурного подразделения МЧС. В Люберецком отделе надзорной деятельности этот праздник отмечают 10 сотрудников. Наш сюжет о единственной мужском коллективе девушки, старшем дознавателе Евгении Панкратовой. Справедливая, честная и преданная своему делу – так Евгению характеризуют коллеги. На плечах у этой хрупкой девушки держится непростая работа с ненормированным графиком, бессонными ночами, резонансными случаями. Расследование причин самых сложных пожаров доверяют именно ей. Свободного времени у старшего дознавателя практически нет. Из-за этого приходится редко видеть трехлетнего сына. Конечно, это радость, счастье, когда есть дети. Вот, и нужно уделять этому тоже большое количество времени, потому что дети растут, а мы их, как говорится, не видим, а хотелось бы большего. Но работа есть работа, мы сами ее выбрали. А выбрала ее Евгения еще в детстве. С 10 лет мечтала о погонах. Это призвание досталось ей от дедушки и отца. Окончив университет МВД с отличием, она сразу поступила на работу в Люберецкий отдел надзорной деятельности. За 17 лет Евгения Панкратова прошла здесь путь от младшего инспектора до майора. И это пока не все. Девушка получает второе высшее образование в Академии государственной противопожарной службы. Если что-то случается, никто тебе не сможет помочь и столько всего сделать, если ты сам себя не возьмешь в руки и не сделаешь все так, как должно быть и положено. На работе Евгения единственная девушка. На вопрос, легко ли вам среди мужчин, отвечает, с ними гораздо проще, чем с женщинами. Но есть одно но. Но на мужчин иногда нужно прикрикнуть, чтобы они выполнили то, что им скажешь. Такое есть, это я не отрицаю. В небольшом, но дружном коллективе старший дознаватель Панкратова не только грамотный и требовательный специалист, но и надежный товарищ, всегда готовый прийти на помощь. Плохого о ней, конечно же, ничего не могу сказать. Не только по той причине, что она единственная девушка в нашем коллективе, а по той причине, что всегда, когда к ней обращаешься, она поможет, поддержит, всегда подскажет. Побольше выходных и меньше пожаров – самые главные пожелания сотрудников Госпожнадзора. Это и неудивительно. Свой профессиональный день коллектив Люберецкого отдела надзорной деятельности отмечает так же, как и другие праздники, исключительно на работе. Луиза Егязарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.